вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Барселона. И смотрим на состав Барселоны. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Судя по всему, сопернику придется постараться, чтобы взломать сегодня эту оборону. Что-что, обороняться-то команда умеет. Они не стесняются отходить назад большими силами. И если получится отправить одного-двух игроков в контратаку, то это их приоритетная тактика. Скорее всего, именно... С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Барселона. И смотрим на состав Барселоны. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Судя по всему, сопернику придется постараться, чтобы взломать сегодня эту оборону. Что-что, обороняться-то команда умеет. Они не стесняются отходить назад большими силами. И если получится отправить одного-двух игроков в контратаку, то это их приоритетная тактика. Скорее всего, именно... С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Барселона. И смотрим на состав Барселоны. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Судя по всему, сопернику придется постараться, чтобы взломать сегодня эту оборону. Что-что, обороняться-то команда умеет. Они не стесняются отходить назад большими силами. И если получится отправить одного-двух игроков в контратаку, то это их приоритетная тактика. Скорее всего, именно... С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Барселона. И смотрим на состав Барселоны. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Судя по всему, сопернику придется постараться, чтобы взломать сегодня эту оборону. Что-что, обороняться-то команда умеет. Они не стесняются отходить назад большими силами. И если получится отправить одного... Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Судя по всему, сопернику придется постараться, чтобы взломать сегодня эту оборону. Что-что, обороняться-то команда умеет. Они не стесняются отходить назад большими силами. И если получится отправить одного-двух игроков в контратаку, то это их приоритетная тактика. Скорее всего, именно... С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Барселона. И смотрим на состав Барселоны. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Судя по всему, сопернику придется постараться, чтобы взломать сегодня эту оборону. Что-что, обороняться-то команда умеет. Они не стесняются отходить назад большими силами. И если получится отправить одного-двух игроков в контратаку, то это их приоритетная тактика. Скорее всего, именно... С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Барселона. И смотрим на состав Барселоны.
Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Судя по всему, сопернику придется постараться, чтобы взломать сегодня эту оборону. Что-что, обороняться-то команда умеет. Они не стесняются отходить назад большими силами, и если получится отправить одного-двух игроков в контратаку, то это их приоритетная тактика. Скорее всего, именно... С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Барселона. И смотрим на состав Барселоны. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Судя по всему, сопернику придется постараться, чтобы взломать сегодня эту оборону. Что-что, обороняться-то команда умеет. Они не стесняются отходить назад большими силами, и если получится отправить одного-двух игроков в контратаку, то это их приоритетная тактика. Скорее всего, именно... С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Барселона. И смотрим на состав Барселоны. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Судя по всему, сопернику придется постараться, чтобы взломать сегодня эту оборону. Что-что, обороняться-то команда умеет. Они не стесняются отходить назад большими силами, и если получится отправить одного-двух игроков в контратаку, то это их приоритетная тактика. Скорее всего, именно так команда сегодня и будет играть. Барселона начинает первый тайм. И будем надеяться, что нас ждет интересный футбол и большое количество забитых мячей. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Будет навес. Видаль! Суарес. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Да, на этот матч Барселона выходит явным фаворитом. Да, ощущает. Какой удар! Смотрим угловой в исполнении футболистов Барселоны.